ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ноября 6 оперативно-тактическими ракетами «Атакам» с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами «Шторм Шедоу» производства Великобритании и «Химмерс» производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. If you like this video, then like, share, and subscribe to Mirror Now.